Стартовал основной этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Участниками этапа стали около 360 школьников из более чем 50 регионов России. В дистанционном формате старшеклассники продемонстрируют знания математики, информатики углубленного уровня. Благодаря олимпиаде ребята смогут побороться за дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны. В отборочном этапе приняли участие более 18 тысяч школьников из 89 регионов страны. Организатором выступает Государственный университет просвещения.